Друзья, всем привет! Добро пожаловать на канал «Живи в Сочи». Сегодня у нас вторая часть моей серии видео про покупку собственной квартиры. Теперь уже двух квартир. Как и обещал, мы сейчас едем на Соболевку. После подсчетов первая квартира оказалась нерентабельной, невыгодной для покупки. Поэтому она отвалилась. Осталась у нас одна. Вот ее мы, собственно говоря, сейчас и посмотрим. 22 на квадратных метра, небольшая студия. Сейчас я посмотрю, какая там планировка, там ничего не видно было. Посмотрю, куда вид. В общем, можете вместе со мной все это дело пронаблюдать. Давайте увидимся на объекте. Итак, друзья, благодаря чудесам монтажа мы уже находимся на Соболевке. Смотрите, давайте отверну камеру от себя. Сейчас мы находимся на остановке автобусного маршрута 14-го. Если мы поедем направо, то там центр, поедем прямо, там у нас, собственно говоря, наши новостройщики, куда мы сейчас, собственно, и поедем. Налево, если повернем, там тоже Соболевка, еще один выезд. Ну, в принципе, мы по нему заехали сюда. 14-й маршрут, он ходит каждые 15-10 минут, как пояснила мне сейчас продавщица в магазине. Вот, мы сейчас, кстати, не показал, заходил я в Магнит, большой Магнит, то есть там все есть, все продукты, все остальное. Пятерочка, товарищ мне подсказывает. Так, и сейчас мы заедем на нашу Соболевку. Ну как на нашу Соболевку, на пятачок, где у нас новостроечек куча. Справа вы можете видеть, это Олега Кошевого, дом на Олега Кошевого. Там у нас ничего не подходит по нашим параметрам. Прямо это Green Palace, там все дорого. Ну, дорого относительно, конечно, есть там за что заплатить. Там у них и бассейны во дворе, и зоны отдыха. В общем, все для людей. Лучший проект 2017 года. Вот, а рядышком как раз таки наш дом находится. А вот сейчас справа Юрьевский 4, вот этот, который будет видно, надеюсь, разноцветный. Там тоже есть квартира. Ну, в общем, здесь в черновом виде все по 100 тысяч. А у нас сейчас по перепродаже от собственника у нас там в районе 80 тысяч, то есть на 20 тысяч рублей дешевле, чем вообще по району. Я считаю, это неплохо. Сейчас мы посмотрим квартиру. Как практика показывает, если цена чуть ниже, ну или, а если она и хорошо, да, ниже, так скажем, то там что-нибудь обязательно не так будет. Либо окна в стену выходят, либо еще какая-нибудь фигня, либо дурацкая планировка. Ну там вроде третий этаж. И рядом не должно быть никаких стен. Сейчас мы посмотрим вообще. Так, вот он у нас слева домик. Новый квартал 2. Что, пойдемте на разведку, посмотрим, как здесь и что. Так, что-что. Итак. Ага, это они выгородили себе под первые этажи. Смотрите, такие небольшие территории. Оп, своя территория, видите, можно здесь что-нибудь придумать. В остальном, в принципе, ничего не изменилось. Как вот эти штуки тут лежали, так и лежат. Ну, застройщик еще планирует на вот этих участках здесь строить домики. Видимо, когда все это полностью закончится, тогда и будет все приведено в надлежащий вид. Мне очень нравятся здесь подъезды. Прям вообще круто сделал застройщик, молодец. Да, Андрей, как тебе? Для Соболевки, смотри, прям лакшери. Люстра, да, произведение искусства. Такой вот, да, красивый подъезд. Я думаю, сдавать в таком доме будет вообще, да? Сдавать в таком доме, я говорю, думаю, легко вообще будет, приятненько заходить. Так, сейчас мы посмотрим по шахматке, какой у нас
какая у нас квартира по счету. Зайдем, покажем. Оп, заходим. Сразу смотрю, дверь нормальная, даже менять ее не буду. Ну, если куплю, конечно. Так, вот она малышка такая, да? Малышка, прям малышка. Ну, что вы хотели, 22 квадратных метра. Но, смотрите, нормальный вид. Ну, не дом в дом. Так, конечно, вот это омрачает чуть-чуть у нас вид. Вот это вот, бедлам вот этот. Но это, скорее всего, будет убираться. Нужно застройщику задать вопрос, когда и что здесь планируют. Может, как-то это выравниваться будет. Что здесь вообще? Это у нас, получается, коттеджи. Коттеджи какие-то, я не знаю, гостевые дома, это что? Так, ну и квартира, смотрите, правильной формы, квадратная, панорамное окно большое, тонированное, да? Ну, блин, мне нравится. Вот здесь, получается, санузел выгородить, да, можно? Большой, да, причем такого нормального размера. Ну и здесь, собственно говоря, сама кухня-студия. Здесь гардеробчик какой-то разместить, прихожку, да? Здесь, хоп, присел, обулся. Не, ну мне нравится. Газовый котел. А, газовый котел. Здесь же доплата за газовый котел. Кстати, совсем я забыл. Нужно спросить у нового собственника, заплатил ли он за газ. Входит ли в эту цену уже газовый котел у нас. Вот, а так, в принципе, мне нравится. Мне нравится. Нужно Витю еще будет пригласить, чтобы он здесь своим метким глазом, своим уже наметанным, сказал, как тут все можно сделать. А так мне, в принципе, все очень нравится. Прикольно. Также нужно будет, перед тем, как принять окончательное решение, также посмотреть все документы у застройщика, что всех коммуникаций здесь всего хватает. Также отправим их нашему юристу, чтобы она тоже все это дело проверила. Ну и обязательно нужно спросить у местных жителей, кто здесь уже живет, как им живется, нет ли перебоев никаких с электричеством, с водой. Сейчас мы, собственно, этим и займемся. У нас, я еще раз повторюсь, здесь есть знакомая, которой мы здесь продали квартиру, она уже сделала ремонт и проживает. Сейчас мы попробуем к ней пойти в гости и зададим ей вопросик. Нашли тут, оказывается, земляка, который здесь по соседству, вот этот домик построил, он у него номера наш. Вот такой вот дом. Ну, в принципе, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, где-то 9 парковочных мест там. Я думаю, нормально. Осталось, в общем, дело в цене. Дело в цене. Как договоримся. Сейчас будем собственнику звонить, договариваться. Так-то мне все нравится. А вон он, Green Palace, смотрите, какой уже красавчик. Вторая очередь. У нас в этом... Да, у нас в этом доме вот девушка и купила. Там внутри вообще лакшери. Сразу заходишь, плазма, то есть висит там, очень так стильно все сделано. Лучше, чем в первой очереди. Да, Соболевка прям жила себе, жила спокойно. Здесь вообще был реликтовый лес, по-моему, там осталось от него. И вся застроилась. Все в опорных стенах. Ну, меня радует то, что небольшое вот такое строительство, малоэтажное, вот два этажа. Здесь такой стильный дом, да, двухэтажный. Вот эти трехэтажные. Если вот это все облагородить как надо, если здесь озеленить вот это все, чтобы все было классно, то прям вообще будет классно. Монако будет прям. Как бы громко это ни звучало. Ну что, друзья, путем подсчетов и расчетов немножечко сейчас переговорил с нашим юристом, немножечко поговорил с Женей, немножечко они меня, блин, спустили на землю. Все оказалось не так супер классно, как я думал. Все-таки есть минусы в этом доме. Минусы, которые впоследствии повлияют на ликвидность данной квартиры. Вот, первое, это то, что там не проходит и не будет проходить ипотека, нет соответствующего решения суда. Ну, это как бы минус. Сейчас очень много ипотечных сделок. В процессе вдруг я захочу продать и не смогу. Ну, это минус, минус. Второе, то, что все-таки это жилое помещение. Много говорили о том, что нет разницы никакой между статусом квартира и жилое помещение. Но люди у нас в основном приезжие покупают. Для них все-таки это будет...
тот фактор, который повлияет тоже на покупку. Им понятнее статус квартиры, они хотят статус квартиры, жилое помещение для них непонятно. Все-таки сейчас даже и застройщики все стали сдавать дома со статусом квартиры. Поэтому это никак не повлияет. Квартиру также можно будет продать, подарить и все остальное. Ну, просто чисто такой вот фактор, чтобы перепродать ее потом будет тоже сложнее. Второй минус. Вот, в общем, сижу, думаю. Немножечко, да, пыл у меня подостыл. Спасибо, да, не нужно принимать решения на эмоциях. Вот, сегодня я еще поеду смотреть в ЖК Раздольном. Есть ЖК Раздольное, такой дом, я его как-то снимал. Очень такой приятный комплекс, зеленый, хороший, со своей территорией, куча парковки. Дорога получше, чем на Соболевку. Вот, в общем, там есть квартира в районе 30 квадратов, уже с ремонтом. Цена, правда, дороговата, хотят они 3300 за нее, но будем торговаться, пытаться. В общем, нужно посмотреть, что там за квартира, говорят, ремонт очень хороший, ну и дом, в принципе, хороший. Поэтому нужно обязательно все посмотреть. Сегодня поеду, с 7 до 8, по-моему, они смогут мне показать ее. Вот, будем смотреть. Ну что, первую посмотрели, нужно вторую смотреть. В общем, следите. Что я все-таки выберу? Начинаются у меня муки выбора. В общем, я теперь вас прекрасно понимаю, товарищи покупатели. А когда продаешь, нет вот этих мук, тебе как-то кажется, вот все просто, вот здесь бери, да и все что-то. А нет, вот все-таки смотришь, то не нравится, это не нравится. В общем, нужно выбирать. В общем, следите на канале, кто не подписан, подписывайтесь. Кому нравится, поддерживайте, ставьте лайк. В следующем видео я буду смотреть вот эту квартиру уже с ремонтом. Будем думать, ее ли брать, ее ли не брать. Пишите в комментариях, кстати, нравится, не нравится. Может быть, какие-то свои там предположения. Может, кто-нибудь какую-нибудь умную идею мне подскажет, которую мне не хватило, так скажем, мозгов. Все, друзья, на этом наш выпуск сегодняшний завершен. Смотрите дальше. Всем пока!